И к другим темам. Агрохолдинг «Поиск» торжественно открыл после реконструкции розничный магазин. Там представлен широкий ассортимент продукции, который выпускает одно из крупных сельскохозяйственных предприятий Подмосковья. Обновленный магазин «Огородник» в первый день работы уже посетили сотни покупателей, в том числе и наша съемочная группа. Открытие обновленного после реконструкции магазина прошло в торжественной обстановке. Право перерезать красную ленточку предоставили директору торгового объекта Ларисе Павловой, а также главе поселка Верия Сергею Чистюхину. Очень рад, что у нас в поселении открылся после реконструкции магазин, который расширился. Для поселения это очень хорошо, это дополнительные налоги, новые рабочие места. Сразу же после открытия магазин «Огородник» заполнили первые покупатели. Среди них те, кто уже давно знаком с продукцией агрохолдинга «Поиск». Галина Фролова специально приехала из Москвы. Покупать семена и посадочные материалы для дачного огорода она предпочитает именно здесь. В прошлом году я использовала семена агрофирмы «Поиск» из серии «Вкуснотека». Очень понравилось и мне, и соседям. И я искала в этом году именно эти помидоры. Выращивала до 900 килограмм каждый помидор. Вот такой был очень хороший урожай. Розничный магазин агрохолдинга «Поиск» работает более 20 лет. В августе прошлого года началась его реконструкция. Кроме увеличения площади и ассортимента продукции, здесь внедрили систему самообслуживания. Для удобства клиентов в зале работают профессиональные консультанты. Кроме того, в магазине появилось специальное помещение с низкой температурой, где хранятся луковичные, плодовые и декоративные кустарники. Нужна температура низкая для того, чтобы посадочный материал не рос, потому что при положительном температуре он начинает расти и, естественно, имеет нетоварный вид. Мы очень долго хотели иметь такое помещение, которое создаст для нас удобство и удобство для наших покупателей. Здесь можно найти необходимые товары для садоводов и огородников, начиная от семян и посадочного материала, заканчивая удобрениями, грунтами, а также вспомогательными инструментами. Но самое главное, что продукты, получаемые из даров природы, не только вкусные, но и полезные. Это, наверное, самый посещаемый нами магазин. Мы приобрели дачу некоторое время назад, когда у нас родились дети, и решили перейти на натуральное хозяйство. Ну, собственно, свои огурчики, своя редисочка, помидорчики. Вот, это всегда приятно. Сами селекционируют, сами производят, сами же и продают. В этом заключается особенность работы агрохолдинга. Такая система позволяет не завышать цены на продукцию. Разнообразие товара говорит само за себя. Одной только малины здесь представлено более 25 сортов. Земляники порядка 40, а огурцов и вовсе сотни. На сегодняшний день агрохолдинг «Поиск» является лидером российского рынка посевного и посадочного материала. Миссия агрохолдинга – это селекция, производство и оптовая продажа посевного посадочного материала. И не случайно мы замыкаем этот цикл, потому что только производитель, знающий свою продукцию, может правильно и качественно продать эту продукцию. Совсем скоро, когда весна в полной мере вступит в свои права, начнет работать открытая площадка. На ней в широком ассортименте представят плодовые и декоративные растения, выращенные в питомнике агрохолдинга «Поиск». Луиза Егазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.